Всем привет! Итак, сегодня я опять приехала туда же, где была вчера, сдавая анализ по вождению. Что? Сдавая экзамен по вождению. Но вчера мне сказали, что я могу сегодня приехать после двух и, по идее, забрать свои права. Это очень-очень круто. Посмотрим. Возможно, действительно получится, и я заберу. Пойдем пытаться получать мои права. Я уже подхожу, можно сказать, к своему МРЭО. Как вы знаете, иду я пешком, и иду я уже минут 10, но, в принципе, я думала быть больше. Такая очередь. Ну что, можно меня поздравить, потому что эпопея моя с вождением закончена, у меня права, но, блин, я такая оревенная, это просто, я как будто кот, у которого глаза вот такие. Почему я такая вытянутая? Вот. Типа, вот я на паспорте, и вот я на правах. Тяжело объяснить, потом покажу. О боже, у меня телефон вспотел, и я вспотела, поэтому снимает не очень. У меня с моим инструктором по вождению. Он доволен, я довольна, что получила права, и что как бы он, ну, даже гордится мной, тем более столько мы с ним вместе ездили. Я очень довольна, потому что мой учитель доволен мной. Я уже подхожу, куда я конкретно иду, вот туда. Там мы встретимся с бабушкой. Поскольку она не успела ко мне, она приехала в 14:30, сейчас 14:54. Да, 25 минут она гуляет в центре, но я ей сказала, чтобы она ко мне не шла, потому что, ну, я как бы сейчас запыхавшаяся такая иду. А она бы шла намного медленнее, и ей бы это тоже тяжело удалось, поэтому мы встретимся с ней там. Минут 50 или 40 посидим. И дальше я опять домой, потому что у меня сегодня маник. Наконец-то я довольна. Вообще рада своей, можно сказать, продуктивности. Я только вчера вечером такой придумала, типа, планчик. Не знала, когда точно поеду, не знала, успею ли. В итоге все успеваю, все классно. И с бабушкой видеться успеваю. Супер, просто я довольна. Я уже подхожу к бабушке, уже ее вижу. Но она мне почему-то звонит еще. Шпион, блин. Видите, где она? Вот она, шпионит за мной. Шпионит. Ой, как красиво одета бабушка. Ты чего шпионишь? Шпионишь за мной. Ку-ку-ку-ку. Привет. Я такая красная, потому что я очень активно двигалась, очень устала. Сейчас мы будем кушать такие тортики. В общем, будем сейчас общаться. Да нету здесь ничего горячительного. Да я имею в виду покушать. Не, я не хочу точно. Знаешь, мам, бедно купил нам машину. Ой, боже, балуйте меня. Очень смешная получилась. У меня вытянутое лицо какое-то очень. Ну да, это потому что волосы длинные, распущенные, угу. Она вытягивает. А то что? А на паспорте? Красавица, тут вообще ты ребеночек. Круглый. Ребеночек. В одном месте круглолицый, в другом месте вытянутый. Видишь, сколько у тебя документов. Да. Ну что, давай. С праздничком. У нас два праздника, да? Да. У нас дни рождения. Один, два в одном. Да, да. Ну и так маленький еще один повод. Ага. Что, ура! Первая поездка самостоятельная по улицам города. Законная. Да, законная. Ну, не, на самом деле это первая со мной. С инструктором, понятно. А-а-а. Доброе утро. Сегодня я уже сходила на ноготки. Сейчас где-то начало 11-го. Обычно я в это время только еле-еле просыпаюсь. Но сегодня все намного лучше. Хотя сегодня у меня немножко живот поболевает. Мне это не нравится. А сегодня вообще-то планы у нас. Только я еще. Только я еще не открыла. Давай, открой, пожалуйста. Спасибо. Хорошего настроения и гордитесь.
кули и загадай желание. Мы смогли собраться все вместе в этот непростой период, провести интересное время на природе. Мы все немного выпили, повеселились и душевно посидели. Всем привет! Сегодня 30 мая, 10 утра. У нас сегодня день рождения, поэтому мы сейчас идем готовиться, все докупать и будем поздравлять! Стою, жду тортик. Девушка сказала, что скоро будет. Скоро выйдет, точнее. Уже у нас такая же ситуация. Приключилась тот трэш. Реально ощущение было, что все. Чисто все отменяется. Я даже встретила своего инструктора. Это вообще смешная ситуация. Я стою возле машины. Машина чуть ли не в кювете. Ну, нет, конечно. Фу-фу-фу. И он такой едет. Я такая, машу его рукой. Ситуация просто жесть. Посмотрите, что с тортом. Он изначально такой был. Это просто жесть. Выглядит классно, да. Только, блин, вы видите, как ваза, где она должна быть и где она сейчас. Короче, я срочно пошла к Сашке ставить этот торт, потому что по-другому никак. Просто, блин, хотели сделать реально сюрприз, реально классно. Если можно, да. Вы даже испугалась. Что это за тиса такая, да? Потому что вы так постучали, я даже очканул ее. Это тебе цветы такие сегодня? Димон, ты так быстро разбулся. Ого, проходите. Давайте, забегайте, забегайте. Это да. Да, так, насыщенная тебе жизнь, мы, я тебе надеюсь, насытим. Да, да. Да, да. Так, все, проходите. Один, Наташа, ждет. Дорогая Наташа, пекли всю ночь. Ого. Поэтому представь, что здесь свечки, загадай желание. О, все! Давай, давай. Бюджетненько. На кухню? Куда вы тут снимаете? Два этих. Две руки, да? Две руки. Блогеры. Тунг. Так. И Наташа нажму там. Да. Это же такая красивая спортзала. Да, это она еще не накрутилась, не успела. А, ну. Но вы вовремя зашли, потому что она уже спрашивала, а что у нас продукты на столе стоят. Говорит, это ты что, ел и не назад не поставил? Я говорю, подожди, еще не время, говорю, ставить назад. Саня вообще стирлись. Я же вам писал, говорю, поднимайтесь, потому что она меня раскусит. Такая выходит, знаешь, на губах такой торт. Да-да-да. Как-то я не знаю, как мы их... Лавашек. Да? Я могу держать лавашек. А вы пробуйте, давайте я подержу. Давай, Наташа, пробуй, первая. Да, давай. Ну, давай, ага. Наташа, пробуй. На мне проверите все, да, как раз. Какая тебе больше нравится вкус там? Зелененькая. Шпратик какой-то. Да. Не, давайте уже одновременно. Ну да, давайте. Давайте поставим на стол, да, и возьмем себе по хлебушку. Или, да, берите, давайте. Берите, да. Ну вон же там. Мне больше всего вот это светленькое нравится, а не все остальные. Вот это? Не, ну
светленькие вот эти, которые. Это сырные, наверное. Вот я, да, я понимаю. Да, проверяй Санин глазомер. Да ладно. Все шикарно. Всем хватит. Кто-то всю жизнь резал торты. Ну да. Димон говорит, ему только один кусочек. Я только этим и занимаюсь. 81. Кофейный, что ли? Кофейный, да, прикольный. Может, он ложечки дать? Дефирный. А он там дефирный. Ложечки, вилочки. Да, что вы тут стоите? Да, да. Куда, куда, блин, просто. Да? Ну, хорошо. Давай. Два поросенка дать, знаешь? Да-да. Ниф-ниф. Это замечательные эмоции и воспоминания. В такие моменты чувствуешь себя счастливой. Получился прекрасный, светлый праздник, который, несмотря ни на что, удался. Спасибо вам, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам оно понравилось. Всех люблю, обнимаю. Всем пока-пока.